сейчас мы подготовим какую-то бизнес-миссию и говорили об возможном термине в сентябре, когда у вас будет мероприятие о здоровых городах. Я думаю, что вместе с нашим директором администрации приезжают тоже бизнесмены и будут говорить о возможностях экономического развития наших регионов. Я думаю, что это энергостроительское, энергосберегающие технологии в строительстве и машиностроительстве, которые похожи как в Череповцу, так тоже в Острове. У нас большие мероприятия для этого механического строительства. Например, Витковице, похожая компания, как Северстал здесь в Череповцу.